Whew. Ехали. Все. Че, я? Вам как по скорости? Нормально? Опа. Тут его качнуть надо. Да. Да, рыбы большие, Иван, как раз для учета хорошие. Да. Прикольное место, мне нравится. Он чисто такой скоростной маслюль. Ну вот, началось солнышко, ёбаный в рот. Песочек такой запасный, блядь. Ага. Передний том вообще не просырнул? Да. Осторожно. Ну, значит, такое прыгнуть это страшно. Такое прыгать страшно. Можно улететь. Нет, я никого нет, ничего не могу. Да, ну, да. Там нет никого. Там тебе некуда приземляться. Первый еще, ладно. Второй перед поворотом куда-то. Серега что-то орет. Я его скипнул, я к нему не готовый был. Да? А что Серега опять сзади? Нормально? Да. Так, опять спуск. Кто хочет? Вон, налево. Это реально походу страшно. Миша, на самом деле что? Это ж просто спуск. Туда можно поехать, потренироваться просто. Спасибо, не надо. Я дома на стуле потренируюсь.
Осторожно. Нихуя себе. Живой, Серега? Прыгнул, упал в бок. Хорошо, он на камень упал. Фу, бля.